Реконструкция тепловой сети ведется возле клинической больницы номер 1 на улице Садовой во Владивостоке. Старая отслужила больше 40 лет. Ее строили вместе с больницей, и никакого капитального ремонта с тех пор не проводилось. Специалисты планируют заменить 350 метров труб по заказу муниципального предприятия ФПС. Выполнены монолитные лотки, грубо говоря, в 90% уже. Следующий этап будут делаться тепловые камеры. И, естественно, бросаться новая труба по ПМИ, потом закрываться лотки, монолититься, гидроизоляция. Сроки у нас, все социальные объекты, которые мы выполняем по данному контракту, должны быть выполнены до 15 сентября. Поэтому постараемся, конечно, очень быстрее по плану здесь закончить конец августа. Новая теплотрасса позволит бесперебойно подавать горячую воду и тепло жителям ряда домов на улице Хабаровской, Садовой, Океанском проспекте, проспекте Острякова, Амурской и Союзной. Напомним, консолидированный бюджет на ремонт теплосетей Владивостока в этом году составил 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Это и деньги от инвестиционных программ и средства ресурсоснабжающих организаций, а также деньги, которые удалось получить с помощью фонда содействия реформированию ЖКХ.